Я привел вас тех, кого вы ждали. Мы сейчас спросим их, готовы ли они для проведения торжественного вечера или нет, или нам уходить. Готовы? А что вы скажете нам в первый раз? Первые слова? Расправляюсь. Кого, они сами себя будут? Да. Спасибо, что спасибо, пришли. Да, слушай, мы отказались и не пошли. Итак, дорогие друзья, пока все трезвые. Минуточку внимания. Вот их видите, да? Мужик, ходящий лысый по залу, это чемодан. А то, как выпьют, мне неправильно произносят. Ну, стикшер какой-то. Стали? Ему же много, пару лет, а он кричит меня стикшер. Не зря на мне кинжал, чтобы надо мной долго не ржал. Я буду вас трясти, вечер вести. Я буду работать на эту пару. Итак, дорогие друзья, гости за столом, молодые тоже, скажите, пожалуйста, для чего мы все сегодня здесь собрались? Истинно, благодарит сын мой, напиться. Я не спорю, пить хорошо, но каждый бережет свою печень. Итак, дорогие друзья, для чего мы собрались здесь? Молодых. Каких молодых? А не кого, молодых? Новобрачные. Кого? Молодожон. Молодожон. А кто у нас сегодня молодожон? Марина, а где они? Кто они такие? Стоят, уже родственники. Кто родственники? Товарищ, об этом скажем завтра утром. Давайте не торопить события. Он может еще передумает. Что сказала поздно? Поздно, по-любому. Офицеру никогда не поздно. Будущему. Так что... Макс, наше царское слово. Хочу дам, хочу заберу обратно. Ва! Понял. Итак, вы их узнаете, кто такие. А у них документы есть? Для чего мы гуляем? Да, конечно. А я думал, пока еще документы. Сегодня день такой знаменательный. Старинный русский праздник. Ильин день. И плюс в ЛВ тут есть и десантники, а он будущий военный, то же самое. Давайте перед началом выпьем за православный праздник. За Ильин день. Вы согласны? У нас еще впереди полный день и вечер. Выпьем за Ильин день, и вы тоже можете выпить за это праздник. А потом и вас.